сейчас забором обнесут и все. И будет уже сюда не попасть. Вот здесь разломали, здесь были бетонные сооружения. Вот, с крышами. И все разобрали. Вон там рабочие уже стоят. Это бывший какой-то цементный завод. Пока не знаю. Нет, это цементная фигня. Да. Но это связано с цементом. Вон, видишь, там все разбирают. Происходит действие. Пять, наверное. Как на второй этаж забраться? Там ниже. Там спрыгнуть надо, да? Ну, сейчас мы разберемся с этим. Давай сюда залезем, сфоткаемся на фоне заходящего солнца, пока еще солнце не зашло. Спасибо. Видишь, солнце уже заходит. Да, там фонтан. Чуть-чуть повыше. Во. Так. Че, встаем, садимся на корточки, точнее. По-моему, фото на фоне заката. Так, Алена в середине сейчас. Садитесь. Макарты. Садитесь, ребят. Макарты. Да. Хотя отсюда нифига не видно, что мы на заброшке. Давай, фото. Вань, ты че? С пятиэтажки. Давай. Во. Блин, я поставил на паузу. Че значит на паузу? Сейчас. Вот он уже фоткать начал. Ну, ладно. Да, я поставил, наверное, на таймер. Вот, сейчас без таймера. Готовы? Давайте улыбнулись.
ладно, я хочу, короче, на второй этаж. Я хочу на второй этаж. А, это был профи, да? Чувак за мной вывалился, у меня полсекунды брал. Да туда, если только спрыгнуть. Что, полезли вниз? Там идет параллельно, как здесь, видишь, двойная площадка. Видишь, вот как вот здесь, только надо зайти подъем вот на ту нижнюю, это как бы крыша. Да. Потому что если со стороны, мы сможем вылезти на балкон. Понимаешь, какое дело? На балконе там дозоровская фигня. Там какие-то картинки, граффити. Вот мы себе дозоровская фигня. Вот здесь под нами идет вторая такая же хрень. Значит, вот сюда спрыгивать опасно. Поэтому лучше сейчас спуститься и... Видишь, там mm-hmm. всякие коды, коды вот туда вот выход, здесь прикольно. И можно балконы вылезть. Mm-hmm. Да. Под нами вот такая же параллельная лестница, надо просто на нее. Ну как бы да, но просто давайте. Сейчас поставят забор и через неделю сюда уже не попадешь. Сейчас видишь уже вон активность какая, прям вот внезапно. Это было заброшено. А сейчас внезапно начали что-то делать. Мы буквально вот здесь были, 2 недели назад вообще ничего не было, все было заброшено. Видишь, делали насыпь специально. Все выровняли. Сделали склады. Ну, в принципе, да. В принципе. Видишь, столбы вон бросили. Уже подготовили. Да, да, да. В принципе, да. Я просто очень хотел второй этаж. Он не работали никогда, да? Нет. Их вот, видишь, построили и просто забросили. Ну, видишь, видимо, как раз попало на конец 80-х. До сюда достроили. И все. Здесь же не было вот этих коттеджей. Нихера не видно, да? Значит, граффити ниже еще. Чем это место? Значит, вот там граффити вот. Нарисовано. Ну да. Ходы игровые. Вот это? Ого. Ну да, вот дозор. Тоже дозорский, да. Ну, разные игры всякие. Аленчик, сделаешь фоточку? Сейчас вылезаем уже. Сделаешь фоточку? У тебя фоточка? Там видно эту картину? У тебя фоточка? Да, там видно эту картину? Нет. А где она? Она еще ниже. Сейчас попробуем сюда еще ниже попасть.
Да, там надо смотреть, велики, там рюкзаки. Ну давай, скорее. Фоткай любым режимом. Не, здесь все круто, здесь постоянно, вот видишь, всякие игровые коды везде все исписано, дозоровские и так далее. Мы пойдем, короче, велики смотреть. Ау. А ничего не будет, она сама по себе же балка. Ее просто разогнет. Кстати, здесь, ну вообще, да, мне кажется. Здесь опаснее, здесь вот эта крошка, можно поскользнуться. Было бы, мы уже думали на велике прокатиться, но тормозить не во что.
Я не нашел другого входа в это здание. То есть как будто бы там подкопы только подземные.